Информационные стенды встречали гостей Дня открытых дверей уже в фойе университета. Здесь можно было познакомиться с перечнем предлагаемых факультетов, чтобы дальше, уже определив свою категорию, проследовать на ярмарку специальностей. Тем более, что в этом году в Брестском государственном университете имени Пушкина их список расширился. Все знают, что наш университет старейший в Брестской области. Здесь большой перечень специальностей, на которых могут поступать выпускники школ. В этом году открыта на физико-математическом факультете новая специальность – компьютерная физика. Поэтому добро пожаловать абитуриентам. Подобные ярмарки специальностей в Брестском государственном университете имени Пушкина проводятся уже не первый год. Они собирают огромное количество абитуриентов из самых разных уголков не только области, но и республики. Такие мероприятия носят практическую значимость. Дни открытых дверей, уверены уже студенты университета, помогают молодым людям ближе познакомиться с учебным заведением, его традициями, а также особенностями обучения. Хорошо, что на таких вот акциях, я считаю, будущие студенты встречаются не только с руководящим составом вуза и с преподавателем, а именно со студентами. Потому что именно студенты расскажут, ну, какие-то, может быть, лазейки на экзаменах, или как-то успокоят будущих абитуриентов, или поделятся именно впечатлениями, эмоциями, расскажут о своей студенческой жизни. И, наверное, никто, как студенты, могут привлечь абитуриентов именно на свой факультет. Кроме ярмарки специальностей, программа «Дни открытых дверей» включала в себя презентацию вуза, встречу с руководством учебного заведения и деканами факультетов. Молодые люди считают, что такие мероприятия способствуют развитию доверительных отношений к самой образовательной системе, помогают сориентироваться и правильно выбрать будущую профессию. Такие мероприятия, я считаю, нужны, ну, потому что что-то по интернету посмотреть, как бы это одно на сайте, какие специальности, какие факультеты здесь. Как-то более доходчиво можно что-то узнать подробнее, пообщаться вот с такими уже со студентами этого факультета. Они расскажут, что учат, их впечатления как бы от учебы, от вступительных экзаменов. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.